Привет, друзья! Я, конечно, догадываюсь, что практически никто не подумал бы, что в ближайшее время хоть что-то может появиться на канале. Так как уже больше 5 месяцев полная тишина, никаких видео и стримов. Я сделал относительно большую паузу, но это были свои причины. И сегодня я бы хотел о них вкратце рассказать. А также сказать немного о будущем канала. Надеюсь, что мне получится войти в нужный ритм и вернуться на YouTube. Итак, давайте по порядку. Первая причина, по которой я перестал снимать и выкладывать видео, это специальная военная операция. Если говорить простыми словами, военный конфликт между Россией и Украиной. Когда начался этот замес, я очень внимательно за этим следил, и настроение было, мягко говоря, паршивым. И снимать, естественно, мне ничего не охота было. Я не буду на этом заострять внимание и сразу же перейду ко второй причине, и она, наверное, самая основная, хотя именно конфликт с Россией и Украиной дал мне толчок к тому, чтобы перестать снимать ролики. Вторая причина – это мой кот. Те, кто смотрел мой прошлый ролик, ссылку я оставлю в описании, если кому-то интересно, прекрасно знает, что с января месяца мой кот медленно умирал из-за рака, и в итоге 23 июня отправился прямиком на небеса. Как говорят, ушел на радугу или за радугу, кому как удобнее. С января по июнь, ему, скажем, в нем становилось все хуже и хуже, дышать ему было тяжелее. В общем, жесть, ребята, очень тяжело об этом всем вспоминать. Третья причина – это отключение монетизации на канале. Естественно, не только на моем, а вообще по стране. Большинство в курсе, что из-за войны с Украиной YouTube заблокировал монетизацию в нашей стране. Я, конечно, совру, если скажу, что канал бы моим хлебом приносил мне, конечно же, небольшой заработок. Скорее всего, это было больше хобби. Но, тем не менее, это повлияло с эмоциональной точки зрения. Помимо всего прочего, еще и отключили меня от партнерки, убрали спонсоров. И это, конечно же, повлияло на то, что я также продолжил забивать болт на канал. Ну и третья основная причина, почему я временно ушел с YouTube, сюда можно отнести отсутствие контента от Rockstar. Новых игр практически никаких нету, кроме трилогии последней GTA, который попахивает дерьмецом. Ну и также отключение PlayStation Store. Из-за невозможности купить и скачать что-то новое, а делать левые зарубежные аккаунты мне, если честно, неохота. Поэтому я тоже, можно сказать, из-за этого временно ушел с канала. Что касается будущего канала, конечно, хотелось бы что-нибудь новенькое. Если есть идеи, обязательно пишите в комментариях. Ну, во-первых, хотелось бы продолжить делать видео по RDR 2. Также, естественно, я жду анонса GTA 6. Я думаю, канал сразу же заиграет новыми красками. Но пока что ждем новой информации от Rockstar. Если честно, этому я не уделял никакого внимания. И инфу касаемо GTA 6 я еще пока что не отслеживаю. Что касается стримов. Пару раз мысли появлялись, но так ничего я и не замутил, по большому счету. Почему, спросите вы? Потому что у меня нет большого количества свободного времени, сами понимаете, и работа, семья, поэтому я стараюсь как-то на стримы не налегать в ближайшем будущем. Если в месяц будет 1-2, ну максимум 3 стрима, то это в принципе будет нормально, но обещать тоже ничего пока что не хочу. Канал мне тоже забрасывать неохота, я потратил очень много времени на него, сил и своего внимания, чтобы вот так вот все спустить с тормозов. Поэтому постараюсь вылезти из этой задницы и начать почаще выкладывать ролики. Я, в общем, вроде бы все вкратце рассказал, что хотел. Я по-быстренькому накидал этот текст, чтобы не импровизировать. В общем, я, наверное, буду закругляться на вот этом. Не забудь поставить лайк, написать комментарий, оставить свое мнение. Надеюсь на ваше внимание, обещаю справиться и быть на связи. В ближайшее время, я думаю, появится ролик по Red Dead Redemption 2. Ну а с вами был Стич. Увидимся в новых роликах. И всем до новых встреч. Пока-пока.